Всем добрый день, гости, подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать, как можно приготовить достаточно эффективный раствор от фитофторы на помидорах и от болезни на огурцах, который также повысит иммунитет и ускорит ростовые процессы. Для приготовления раствора нам понадобится два ингредиента, которые нужно будет смешать. Первый – это фитоспорин. Как многие знают, что это природный полезный грибок, который убивает патогенные и пагубные для растения грибки. И второй препарат – это циркон, который имеет природный состав и сделан из эхиноцеи. Его основная задача – это повышение роста растения, активация и улучшение корневой системы, увеличение вегетативной массы, стимуляция цветения и плодоношения. Многие садоводы, применяя два данных препарата вместе, замечают отличные результаты. Растения вновь оживают, хорошо плодоносят и не заболевают. Для приготовления раствора на 10 литров воды нужно взять 1 чайную ложку фитоспорина М в порошке и 1 ампулу циркона, то есть 1 мл. Этим раствором эффективно опрыскивать помидоры, огурцы, кабачки и другие культуры. Попробуйте сделать такой раствор, и вашим растениям обязательно понравится. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.